Расклад на апрель. Так, знак зодиака. Водолей. Водолей, давайте еще раз эту колоду возьмем. Водолей. Сфера бизнеса. Здоровье. Личные отношения. Близко к вам. На сердце. Совет от старших арканов. Уже открыла. Интересно. Так, минутку. Так, поедем. Уже все карты открыла, конечно, уже заспешила. Интенсивный хороший месяц. Сфера бизнеса. Бизнес в индустрии, если вы в индустрии красоты, то бизнес у вас пойдет отлично. Будет прибыль в апреле месяце. Хорошая. Вы будете довольны собой. И вообще здесь вложение говорится о в себя. В себя, в красоту, в эстетику. Даже какие-то покупки будут очень даже успешны. Бизнес отлично. Значит, дальше. Здоровье. Здоровье. Здесь, конечно, у вас будут либо частые головные боли, либо резко боль. Что-то будет здоровье, что вас напряжет в течение апреля месяца. Что-то такое, что вот бамс, резко и боль. Здоровье надо посмотреть. Личные отношения. Личные отношения. У вас здесь ключевая карта. Вот противоположный пол, мужчина. С кем вот вы? Скорее всего, женщины, да, будут смотреть. В общем, здесь у вас большое внимание на своего мужчину прям. Какой-то волнующий вас вопрос есть. Давайте посмотрим дальше. Близко к вам праздник. Вы хотите какого-то праздника. Это либо день рождения, либо... Нет, это карта именно взаимоотношений. Именно взаимоотношения, внимание от мужчины, внимание противоположного пола. Давайте посмотрим, что у вас на сердце. Угу. Либо у вас не получается добиться от мужчины то, что вы хотите. Здесь такая противоречивая карта. Как будто у вас идет защита ваших интересов, как будто вы обороняетесь. Интересно, неужели есть от чего обороняться? И неужели есть что защищать? У вас в апреле месяце именно личная сфера, она на пике. У вас по бизнесу все в порядке. Здоровье, может быть, знаете, у вас вот ревность. Вот эта вот ревность и резкий накал, он дает вспышки резких болей. Мне вот как вот вижу, в апреле у вас часто будут головные боли. У вас идет ревность. Совет от старших арканов. Либо у вас достаточно крепкие отношения и брак хороший. Либо чтобы у вас ушли все эти вспышки, вам нужно просто... выйти замуж за этого мужчину, и у вас многие вопросы рассосутся. Вы будете чувствовать себя более спокойно. То здесь уже выбор социального статуса. Я могу предположить, что у вас отношения с этим мужчиной есть, но они неофициальные. Вы хотите праздника, вы хотите вашего совместного праздника. Четверка жезлов, она просто показывает праздник, идиллию, комфорт, и вот все везде хорошо. Но здесь вот сражение судьб на этой колоде, да, у меня двое нарисованы. Это праздник ваш совместный. Вы хотите с ним праздника, именно со своим мужчиной. Причем я вижу, что за вами ухаживает не один мужчина. У вас еще есть
кому вы симпатичны. Так, если вы женщина, тоже интерпретируйте это под себя. Единственный выход и вообще привести все ключики, то это к социальному положению, чтобы у вас узаконились ваши отношения. И тогда будет вообще полная идиллия и гармония. В общем, прогноз достаточно хороший. Вы не одни. У вас пик всяких событий, событий со своим мужчиной. Один, кстати, романтичный, другой более такой властный. Либо вы вот находите как бы перед выбором, ну вот выберите, выберите. Кого-то вот из них выберите и узаконьте это. Не обязательно это узаконить в апреле. В апреле не получится. Это над отношениями обычно надо работать. Если, конечно, они все не делаются на лайте, когда... Ну, когда вот там первая, вторая любовь, да, и все это легко проходит. У мужчины, который вот посерьёзнее, у него есть... обязательства и должность, вот такой вот он, немножко грузный, другой чуть-чуть вот романтик. Но, в общем, вы находитесь перед выбором, и желательно этот выбор сделать. И того мужчину, которого выбрать, ну, в апреле, это вот самый вот сейчас благоприятный срок это выбрать. Выберите и ведите это все. К официальному оформлению вашего союза. И многие волнения и взрывы, и вспышки ревности у вас уйдут. Я не вижу, что у вас там очень какая-то проблема глубокая со здоровьем. И даже это не чувствую. Скорее, вспышки ревности. Все, всего хорошего в апреле. Встретимся в следующем месяце.